Кандидат в президенты Каракат Абдиен представила предвыборную программу павлодарским избирателям. Там она встретилась с коллективом музыкального колледжа для одаренных детей. Кандидат узнала про условия обучения, побеседовала с преподавателями и студентами, которые показали, чему научились в учебном заведении. В колледже с более чем 60-летней историей бесплатно обучаются более 300 студентов, причем большинство из них сельчане. Здесь учат игре на народных и других музыкальных инструментах. 80% студентов из сельской местности. Каракат Абдиен ответила на вопросы учителей и выслушала их предложения. Встреча прошла в формате свободного диалога. Преподаватели играют важную роль в воспитании нашего общества. Вы очень мощная сила, которая воспитывает нашу молодежь через культуру и искусство. Очень важно поднимать на высокий национальный уровень вопросы развития, культуры и образования. Я решила пообщаться с преподавателями и студентами, чтобы узнать, что их беспокоит, поделиться своими планами и услышать их предложения. После Каракат Абдиен встретилась с представителями своего предвыборного штаба в регионе. В нем работает свыше 200 волонтеров.